Приветствую всех зрителей канала «Правильный выбор». Сегодняшнее видео я решил посвятить лучшим вертикальным беспроводным пылесосам, которые станут отличными помощниками в уборке вашего дома. Среди всего многообразия пылесосов такого типа я выбрал 7 моделей, пользующихся большой популярностью у многих пользователей, и сейчас расскажу вам об их особенностях. Также я оставлю в описании под этим роликом ссылки, перейдя по которым вы сможете посмотреть актуальные цены на эти пылесосы в различных интернет-магазинах. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале «Правильный выбор» вы найдете много других интересных обзоров и топов различной техники. А если подпишетесь и подключите уведомления, то всегда будете в курсе выхода новых роликов. Также хочу сказать, что буду признателен вам, если вы поддержите этот топ своими лайками и комментариями. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших вертикальных беспроводных пылесосах этого года. Поехали! Открывает наш топ X-Clip P10. Благодаря высокой мощности всасывания он отлично справляется с уборкой пола и мебели. В этом ему помогают комплект насадок, включающий базовую насадку для пола, щелевую насадку, а также насадку для мебели. В функционале пылесоса предусмотрено 3 режима работы с разным уровнем мощности, меняя которые вы сможете добиться наилучшего результата как по эффективности очистки, так и по автономности и шуму. Кстати, время работы такого пылесоса может достигать 65 минут, так что часто заряжать его не придется. Помимо этого, пылесос примечателен высокоэффективной системой фильтрации воздуха, которая удерживает даже мельчайшие частицы пыли, не давая им вырваться наружу. Так что воздух в доме после работы такого пылесоса будет гораздо чище. Весит такой пылесос меньше 3 кг, поэтому им будет удобно пользоваться одной рукой. А благодаря длинной штанге с таким пылесосом вы сможете дотянуться до любого уголка в комнате. Также он примечателен довольно вместительным пылесборником, который легко снимается и чистится. Ну а что касается управления, то X-Clip P10 оснащен удобной панелью на рукоятке, которая позволит быстро регулировать мощность всасывания. В общем, X-Clip P10 – это отличный компактный беспроводной помощник в уборке дома. Следующий герой нашего топа – Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Lite. Это легкий и удобный в обращении пылесос весом всего 1,2 кг, которым очень удобно пользоваться одной рукой. А за счет большой длины он позволит дотянуться до всех уголков под мебелью и потолков. Внутри этого пылесоса установлен компактный, но при этом очень мощный двигатель, который отлично справляется со сбором пыли, песка, крошек и более крупного мусора с любых видов напольных покрытий и мебели. А на тот случай, если попадется особо загрязненный участок, у прибора есть режим повышенной мощности. Также для повышения эффективности уборки этот пылесос оснащен мягкой щеткой со встроенным электромотором, которая не только помогает более тщательнее убирать мусор, но и делает это очень бережно, не царапая напольные покрытия. А еще в комплекте с этим пылесосом идет щелевая насадка для очистки дверей, окон и других труднодоступных мест, а также насадка-щетка, которая позволяет собирать пыль с поверхностей и идеально подходит для чистки диванов, шкафов и других видов рабочих поверхностей. Помимо этого, Xiaomi Mi Handheld может похвастаться удобным управлением, довольно тихой работой, моющимся фильтром для очистки воздуха от пыли и вместительным пылесборником, который отсоединяется простым движением, позволяя очистить его и даже промыть, если это необходимо. Но что касается автономности, то если не пользоваться режимом с усиленной мощностью, пылесос сможет проработать на одном заряде до 45 минут. Еще один хороший вертикальный пылесос от Xiaomi в нашем топе, который называется Mi Vacuum Cleaner G10. Мощность всасывания у него еще больше, чем у предыдущего участника, поэтому такой пылесос еще тщательнее убирает пыль и мусор, в том числе и на коврах, где под ворсом может прятаться большое количество пыли. Также стоит отметить, что к базовой насадке этого пылесоса можно присоединить резервуар с водой и салфеткой из микрофибры, так что с ним вы сможете одновременно пылесосить и проводить влажную уборку. Еще одна особенность Mi Vacuum Cleaner G10 – автоматическая регулировка мощности. Пылесос сам определяет тип поверхности и подбирает оптимальную силу всасывания. А еще у этого пылесоса не нужно постоянно держать кнопку включения, что добавляет удобства при работе с ним. Так что удобство обеспечивается довольно легкой конструкцией и наличием дисплея. Из других достоинств Mi Vacuum Cleaner G10 стоит отметить многоступенчатую фильтрацию, большой пылесборник и различные насадки для более эффективной уборки. Например, к нему можно будет подключить электрическую мини-щетку, которую можно использовать для более эффективного удаления волос и шерсти домашних животных с мебели, а также для глубокой очистки постельного белья и матраса. Ну а что касается автономности, то время работы этого пылесоса в зависимости от выбранной мощности варьируется в диапазоне от 10 до 65 минут, а его зарядная станция позволяет одновременно заряжать сразу 2 аккумулятора.
продолжает наш топ Shiwaki SVC-1771. Этот беспроводной вертикальный пылесос оснащен высокоскоростным мотором, который обеспечивает высокую мощность всасывания и отлично справляется с уборкой пыли, шерсти домашних животных, волос, песка, крошек и другого мелкого мусора на всех видах напольных покрытий. А идущая в комплекте с ним щелевая насадка может решить проблему уборки труднодоступных мест. Также в комплекте с пылесосом Shiwaki идет насадка 2 в 1 с щеткой и зауженным входом, а также электрощетка, которая позволит более эффективно собирать волосы и шерсть домашних животных с мебели и различных поверхностей в доме. Весит такой пылесос чуть больше 2 кг. За счет хорошо проработанной эргономики и грамотного распределения веса пользоваться им очень удобно, даже держа подолгу одной рукой. А за счет довольно большой длины он позволит пропылесосить шторы, потолок и труднодоступные участки в углах комнат и под мебелью. Из других достоинств пылесоса Shiwaki стоит отметить удобное управление, фильтр тонкой очистки, который задержит даже мельчайшие частицы пыли, а также вместительный мусоросборник объемом 1 литр, который не придется часто очищать. Ну а что касается времени работы, то полного заряда аккумулятора этому пылесосу хватает примерно на 30 минут работы. Далее у нас идет пылесос Dream T10. В этом пылесосе установлен высокоскоростной двигатель, обеспечивающий высокую мощность всасывания вплоть до 20 000 паскаль. А это значит, что такой пылесос сможет без проблем собирать всю пыль, грязь, шерсть и мелкий мусор на своем пути. Примечательно еще и то, что мощность всасывания можно регулировать, включая один из трех режимов работы. От того, какой режим вы выберете, будет зависеть и время работы пылесоса. В самом мощном режиме прибор работает недолго, всего 8 минут. Зато любые загрязнения собираются за один проход, и вам не потребуется несколько раз водить щеткой по одному и тому же месту. Режим средней мощности позволит устройству работать 26 минут без подзарядки, а обычный режим обеспечит час автономной работы. Кроме того, в обычном режиме работает пылесос довольно тихо, поэтому вы сможете проводить уборку дома, не мешая отдыху других членов вашей семьи. Из других особенностей Dream T10 стоит отметить наличие фильтра, который препятствует попаданию пыли в воздух, вместительный контейнер для сбора мусора, легкую конструкцию, а также комплект насадок, позволяющих более эффективно очищать различные напольные поверхности и мебель. Комплект включает в себя базовую насадку с роликами, щелевую насадку, обычную и моторизированную щетку для очистки мебели, а также удлинитель, чтобы было комфортнее убираться в труднодоступных местах. Следующий герой нашего топа – Jimmy JV85. Этот пылесос может похвастаться мощностью всасывания вплоть до 24 000 паскаль, поэтому Jimmy JV85 не оставит ни единого шанса пыли, песку, крошкам и другому мелкому мусору, тщательно собирая их даже из щелей в полу. А благодаря вместительному пылесборнику его не придется часто чистить. Также стоит отметить, что мощность всасывания у этого пылесоса можно будет регулировать, подбирая оптимальный режим для разных типов напольных покрытий. И в зависимости от выбранного режима, время работы будет варьироваться в диапазоне от 12 до 60 минут. Из достоинств Jimmy JV85 стоит отметить, что он спроектирован таким образом, чтобы он не занимал много места при хранении, и его можно было легко собирать или разбирать. А благодаря небольшому весу таким пылесосом будет удобно пользоваться. Также удобство при использовании добавляет дисплей, который показывает уровень заряда батареи и рабочий режим уборки, помогая составить лучший план очистки. Ну а для того, чтобы банный пылесос более тщательно справлялся с уборкой различных поверхностей и предметов, производитель предоставляет в комплекте с ним пару турбощеток для разных видов напольных покрытий, а также насадки для очистки мебели и труднодоступных мест. Завершает наш топ Garinier Freestyle Movie SVC-252FMWT. Этот пылесос не только хорошо справляется со сбором пыли, волос, шерсти домашних животных и другого мелкого мусора и мебели, но еще и позволяет проводить влажную уборку. Для этого к его базовой насадке можно будет подключить специальный резервуар с водой и смачиваемой салфеткой. Так что такой пылесос сможет одновременно собирать весь мусор на полу и протирать засохшую грязь, не оставляя при этом разводов. Также стоит отметить, что в комплекте с ним идут и другие насадки, которые помогут более эффективно убирать мебель и труднодоступные места. А еще Garinier Freestyle Movie оснащен светодиодными лампами, благодаря которым пользователи смогут отчетливо видеть результаты своих трудов в местах с недостаточным освещением, например, в неосвещаемых кладовках или под мебелью. Из других достоинств этого пылесоса стоит отметить наличие фильтра для очистки воздуха, удобное и простое управление, вместительный пылесборник, который легко отсоединяется и чистится, а также небольшой вес и компактную конструкцию. Ну а что касается автономности, то полного заряда батареи этому пылесосу хватает на 45 минут непрерывной работы. В общем, если вы в поиске хорошего беспроводного вертикального пылесоса, который может не только собирать мусор, но и провести влажную уборку, то рекомендую обратить внимание на эту модель.
На этом у меня все, друзья. Пишите в комментариях, какой из этих пылесосов вы бы купили себе. А если вас заинтересовала конкретная модель, то узнать ее стоимость можно будет, перейдя по ссылкам в описании. Также не забывайте про лайки, если вам понравился данный топ. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «Правильный выбор», подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!